Но теперь к другим новостям. Российские СМИ сообщили о якобы тяжелом ранении главы украинской разведки Кирилла Буданова. Пишут, что ракета залетела в соседний с ним кабинет во время обстрела 29 мая. Журналисты ссылаются на сотрудника российских силовых структур, а тот, в свою очередь, на свои источники в украинской военной разведке. Сообщается, что якобы после того, как Буданову удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолетом ВСУ на военную базу Жешув в Польше. Оттуда перевезли в госпиталь в Берлине. Напомню, ранее российские СМИ похожим образом сообщали и о якобы тяжелом ранении Валерия Залужного, которое позже не подтвердилось. 10 июня замминистра обороны Анна Малер в своем телеграм-канале опубликовала видео с Будановым, который сидит в своем кабинете за столом и многозначительно молчит. Планы любят тишину, подписала эти кадры Малер.